Все больше людей приобретают новое жилье по ипотечным кредитам. В этом году прирост 40% по сравнению с 2015-м, заявил Дмитрий Медведев, который сегодня провел заседание Президиума Президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Премьер также напомнил, что прошлый год стал самым успешным по темпам жилищного строительства. Было сдано более 85 миллионов квадратных метров. Активности населения на рынке ипотеки способствует и государственная программа, по которой покупка первичного жилья производится по ставке не выше 12%. Годовых, и ее можно снизить. Мы должны поддержать набранные темпы ввода жилья. Сейчас рынок испытывает так называемый отложенный эффект кризисных явлений конца 2014-го, начала 2015-го годов. Число новых проектов тогда упало, и сегодня несколько снижается ввод жилья. Чтобы возобновить его, возобновить рост, нужно использовать и промышленные зоны в крупных городах, значительный объем земель находится в государственной собственности, зачастую используется крайне неэффективно. Ну и, конечно, доступность и качество жилья напрямую связаны с темпами строительства. Поэтому нужно активнее работать по вовлечению востребованных земель в жилищное строительство.